бойцов и крестьян, воинов и торговцев, мудрецов и художников. Их шедевры завораживают нас спустя тысячелетия. Записывать образы, числа и мысли, передавая знания из поколения в поколение, привело египтян к созданию собственного языка. Этот язык был невероятно богат, а письменность очень своеобразна. Свое письмо даром богов. Люди, животные, растения, бытовые предметы, регалии царей и символы богов. Почти всю окружающую реальность египтяне превратили в знаки своей письменности. С помощью иероглифов они хранили летопись событий, украшали и заклинали.
особое предназначение. Были лодки для путешествий и паломничества, для охоты и перевозки мумий фараона. А солнечные ладьи были приготовлены для путешествия царя по небесам. Thank you.
смерти присоединялся к свите своего божественного отца, Бога Солнца, Ра. Спускаясь каждый вечер за горизонт, Солнце сталкивалось с многочисленными опасностями на пути к новому восходу. Главным врагом Ра был гигантский змей Апоп. Он стремился остановить движение солнечной ладьи и навсегда лишить людей рассвета. Когда Тутанхамон вместе с Ра побеждали змея, солнце вновь восходило на горизонте. Их защитником.